Переговоры о воссоединении Кипра, которые проходили в Швейцарии, провалились. Причина позиции Турции, которая настаивала на безусловном присутствии на этом острове своих военных. В составе делегации были официальные лица, представлявшие в том числе ЕС. Не помогло даже участие генсека ООН Антонио Гутерриша. Он вторично за последнее время пытался влиять на ход обсуждения, объясняя участникам конфликта, что нынешний проект соглашения едва ли не лучший из всех возможных. Я не хотел бы останавливаться на конкретных деталях, помешавших достичь консенсуса. Очевидно одно – сблизить позиции двух делегаций по принципиальным моментам у нас не получилось, поэтому планируемое соглашение подписать не удалось. Уговаривал пойти на компромисс президента Кипра и президента частично признанного Северного Кипра и вице-президент США Майк Пенс. Но его посредничество оказалось безрезультатным. Конференция под эгидой ООН закончилась без принятия соглашения.